А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здравствуйте, Вячеслав, продадите мне что-нибудь? Да, здравствуйте, здравствуйте, могу пачку масла продать. Привет. Где пачка масла? В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Ублюдок. О, слушай, у нас так много баблишка. Мы что, в прошлый раз ничего не купили? А, мы ж купили этого, Валерчика, да? Ну да, ну там оставалось на еще одну пушку. Уверяю тебя. О, броня, слушай, а я что? А, она новая. Берем броню, полюбасу. Не бойся, я могу и ремонт обеспечить, если что. Бойся. Слушай, братик, ты, блядь, сука, вот жук, блядь, вот люблю я этого ублюдка, блядь, это пиздец. Шарит. Давай, почини мне. Поосторожней с этой вещью. Ты придурка за меня не держи, дядя. Удивлен, да? Ух, блядь. Наше мастерство. Я удивлен стоимости, дядя. Бля, у меня только что так наебал жестко. Когда у тебя появятся деньги, друг. Ах, вот так ты заговорил, да? То есть бабок нету. Все равно, рубины или рванина. Все, рыганина, понял, блядь, козел. Кто-то там потухает. Кажется, вы потеряли спутницу. Она сказала, с нее хватит. И очень кстати. Знаешь, надоедает. Ой-ой-ой. О, меня ждут. Сейчас, пацаны, пообщаемся. Подождите. Секундочку. А, вот еще. А есть гранаты, Слай? Ты кто ответственный за гранаты? Ну-ка. Леон. Леон. Сбрил брови сына. Леон. Все, минус один. Минус два. Да что ж такое, блядь? Я даже оружие не успеваю. На, сука. Блядь, нащемили пиздос. Эти еще, сука, гомункулы в меня стреляют. Братан, привет. Подстрижися. Ты тоже. Понял? Они очкодавы на самом деле. Они пока здесь меня щемили, они стреляли. Как только я их наебнул, они сразу там заткнулись. Они уже ничего не могут, да, после того, как ты их убил? Так, а что тут надо? Хороший ответ, Олег. Олег. Что тут надо? Что тут надо? Тебе надо залезть наверх. Да, надо на... Оу, щит! Иди нахуй! Опа, соснул. Бля, если бы такую херню в жизни реально увидел, я бы просто обосрался от страха. Увидел, я отбил. Он кинул топор, я его... Да. Скорпион-то. Скорпион. Ла-л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 а. Так. Солнышко. Солнышко в руках. Солнышко звучит. Мы, походу, знаем с тобой разные песни, да? Ладно, я понял принцип. Ну, рассказывай, раз. Да, не говори, чисто. Чисто именно умник, мамин. Такой ты по мамке нравишься. Ну, я, в принципе, тоже понял, но, блядь. Твоя подсказка бы была бы незаменима, на самом деле. Ну да, ладно. Сережа.
Сбрело весыну. Зачем она берет чужие письки в рот? Зачем все это? Зачем? Ай, колхозник. Да, тебя показал, я комар укусил тебя в лицо. Ну, бля, мушкара, да, тут такая дикая. Что он здесь? Шо, Каразон? Сука, ага. Да тут же щели, блядь. С мою мулумбу. Спать. Здесь же маленькие. Ха-ха, видел тут? Леон такой, типа. Нормально, чисто именно. Подъебнул, да, знаешь. Шо, я так понял, Леончик принц. Опа. А где это, сука? Да ты, наверное, завалил. Да нет, это паскуда. Блядь. Она сзади попала. А. Сыба, блядь. Бил женщину. Да, тебя типа, еще скажи, не за что. Кредо не прописано у тебя, что женщинам и детей убивать нельзя. О, это не было из Стражей Галактики. Да, 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 я тоже хотел сказать, как она. Только не мог вспомнить, как ее звать. Ну, ты обращайся, сейчас я тебе расскажу. Благодарочка. Да, слушай, брат. А ты вообще знаешь, кто не был играет? Который в Джуманджи играла. Да, да, я не знал, тупо понял. Случайно фотку увидел. Ну, блин, не пивать. Конечно, там хер поймешь, бля, голубая да. Устрица какая-то вечно вылазит. Голубая устрица, да? А там она такая нявка. Нявка. Голубая. Голубая луна. Голубая луна. Как всегда его любила. Я не знаю, что я делаю. Я тоже, пока мы с ним выкупаем, что ты мутишь. Ой-ой-ой! Тихонечко, женщина в очередь. Тут мужчина первый на пиздюлину пришел. Ну вообще-то ты ее завалил уже. Какую очередь ей ждать еще? Что такое, братья? А его ломает, понял, он наркоман. Опа, а что там? А. Ну не знаю, например, ты оттуда пришел. Ты, блядь. Да что за... Ёбан... Ёбаные волки. Слайк, широкую на широкую, на. Ага. Чёрт. Хуешки, кукуешки, хуешки. Тать! Сукин ты сын. Не помогает бронежилет. Да, не, он типа помогает, но я так понял, он немножко сокращает. Мою пиздюлю, но. Сейчас, сука, пообщаемся тогда по-взрослому. Да, да ты, сука, мразь! Давай, давай. Поближе. Опа, да, не ожидал? Еще. Еще? Где там тот снайпер галимый? Давай я. Удачно, да, получилось? Пальцами не тыкай. Ну. Ты тоже не тыкай. Нормально, нормально. Бля. Дай им разлом из кабины. Вот это дробовик, я понимаю. Не зря мы его купили. Нашего. Вот это уровень. Вот это уровень, а вот это. Не твой уровень, дорогой. Дорогой сижи. Опа, брат. Бля. Мне кажется, ты не был готов. Еще один. Ребят, вы создаете уникальную проблему. А что, был уже такой? Ну да, мы же одного орка уже убили. Вот такого же? Ну да. Только тот был послабее. Ведь. А куда идти? А, надо, может, тут продвигаться. Так.
Бля. Нихера себе. Метеориты прилетают, конечно. Бля, он как животное с атаки титанов, понял? Там, блядь, было. Такая-то. Да я ж запрятался, твою мать, логика игры. Мне кажется, тебе прям в чертучину прилетело. А я сюда должен был пойти, как ты думаешь? Хрен его знает, там наверх лестница была и тут. Я думаю, наверное, наверх. Тут было закрыто, по-моему. Блять, а где она? А может и сюда? Чё нет? А я оттуда ж пришел, по идее. Бля! Беги, беги, Васечка, беги. Леончик, братик, аккуратно. Блять, а денег таких выращивают, слушай. Бери, бери. Нет, тут походу просто сокровище было, слушай. Может его как-то убить с расстояния? Там еще альфы вроде можно. Не хотел бы я попасть. Ага, я понял. Ау. Одна из 16. Очень важная вещь. Без толку. Зря трачу патроны. Ну, спасибо, что хоть сказал на это. Ну да. А то он понял, как работает эта херня, но нам так и не рассказал. Блять. Я ж дернулся. А, может надо дернуть это? Дерни за рычаг. Ну мы же здесь, мы отсюда пришли. Ну, по-моему. Чего ты взял, что я отсюда пришел? Да я помню. Если ты вышел совсем в другую... А, ты вышел? Да ёб твою мать! Так, каковы мои шансы выжить? Травушку-муравушку хавай, и все будет нормально. Что, тут мы тоже были. Типа мне надо так, сюда? Так каждое утро делаешь, и все. Вот так каждый день зарядку делай, и спина болеть не будет. Да. Не особо понимаю, просто куда бежать надо. Ну, вон, у тебя есть точки. А, видишь, ажурно, надо вот сюда как-то побежать. Может, спрыгнуть надо было с той стороны, я не знаю. Ну да, может, спрыгнул, не ты. Ты, блядь, прикинь? Ну да, действительно. Ну да, пошел я нахер, называется. Дали он. Давай, Кеннеди, беги. Ты че ты, блядь, как Валентин бежишь, нам пизда. Ну он киллер. Опа. Сука, вы еще твари, блядь. Еще. Интересно, они задеваются, когда он это делает? Полюбас. Помнишь, бензопилой пилял, задевало же. А, ну логично, да. Я думаю, что и это тоже будет. Бля, мне бы и гербарий какой-то. Ха! Удачно, удачно. Мне нравится. Так, ну дальше, да, идем. Yes, of course. Опа, порох. Прыгай, твою мать! Нормально. От него даже ничего не осталось. И просто разнесло. Так, надо еще. Мне нравится сейчас Дробашевский. Он быстро решает вопрос. Опа, не попала овца.
Писеты слай. Добрый вечер. Так, а надо выждать момент и потом срочно на лестницу, да, запрыгнуть? Ну, получается. Так, давай еще раз. Давай, давай. Бля, так летит четко в лицо, да? Аж но... как-то пригнуться хочет. Как в 3D. Что тут, блядь, ебут подругу какую-то или что? Да-да-да, звук такой. Пушка, пушка, пушка. Пушка заряженная, слай. Не ему, стреляют. Ему квеста. Ему тупо такая глина сейчас будет, бля. Ой, братан, правильно. Проверь там пока, я посмотрю вместе. Бля, слышал? Мотикается, типа, блин. Покероя. Слушай, проверь дальше, там ты, по-моему, провтыкалась. Добрый вечер. Ну вот не кидалась бы с ножом, могли бы с тобой замутить. Вот так уж, прости. Дело не в тебе, дело во мне. А тут ядра не надо собирать? Да я оттуда, да. Ну-ка. Да крутись! На, сука. Что, с одного? Да он тупо глэк, смотри. Ха! Адьос, мудила. Кипасыч. А где ты? Кипасыч разговаривает. Не знаю, Мешк. Наконец-то, спасибо, что подошла. Мы тебя не забудем. Родина тебя не забудет. Угу. А. Чужие руки тебя ласкают. Чужие руки шепчут тебе. Чего упало? А так калитка открылась, скорее всего. Типа, а вдруг ты тут там забыл? Что такое? Вечер добрый. Сейчас. На всех патронах. Все получилось. О, поддончики возьми пару штук. А что будем делать? Мебель? Да, сколотим скамейку. Сколотим? Да. Обсколотим. Ну, типа скала и тим. Сколотим. Крепкие ворота. И ну, чё? Чем-то пробить. Ну чем? Опять залазь наверх, стреляй в них. Бля. А раньше? А раньше вот для чего надо было открыть эту дверь. Ой, Славик, вот чисто, да, вот как ты это называешь? Я кидал. Называю это растягиванием геймплея. Тоже вариант. Не такие они уж и крепкие. Да не говори. Отлично. Путь открыт. Не, ну если. А она что? Многозарядная или что? Там понял, тупо такая обойма. Но. Магазин. Магазин. Ох ты, бля, я так и знал, что он не умер. Ублюдка вонючего. Да стрельни ему в кабинет. В кабинет, бля, хотел. Типа напоследок решил выебнуться. Извини, но с меня хватит. Ну на всякий случай, слушай. Сак, ты меня пойми, мне тоже надо было сюда. Еще стрельнул как пальцем в небо. Еще? Я могу и какнуть в небо. Или это другой вариант. Это не получится у тебя явно, мне кажется. А вообще попробуй. А вот это попробуй, да? Я не пробовал. Ну вот попробуй. Я думаю, это получится интересно. А где это, блядь? Кэшли, блядь. О.
Золотой джетон. Аксессуар. Стильная маска. Коронавирус, бля. О! Тук-тук, есть кто дома? Сейчас заходим, она там с нашим испанцем изменяет нам. Испанцы! Испанцы! Не плачь. Не плачь. Я все прощу. Стой там! Сама на меня бро. Покажи. Бля, у него варикоз. Мне так страшно. А. В тот момент я словно перестала быть собой. Была кем-то еще. Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Нет, бля. Да у них всех варикоз просто. Это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Такой, бля. Мы исправимся. Я думал, сала. Да, такой чел с тоналкой будет рассказывать подруге что-то, понимаешь? Не накрашенный. А вдруг я не смогу? Сможешь. Он ему весь мейкап показал. Ну, дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон. Спасибо. Пожалуйста. Да, обращайся. Ну, не часто. А, глава завершена? Нихуя. Ну, у нас как обычно, мы начинаем, понял? Да, да, да. Мы всегда так делаем. Молдаванский вариант. Ну, ничего. Нас простят. Молдаване, по крайней мере, за эти слова. Надеюсь, далее. Надеешься? Иначе они тебе всю весь тротуар плиткой покроют, понял? Я вообще-то тоже молдаван. Доля молдавана. Ну то, что ты доля молдавана, это имя и фамилия, что ли, доля молдавана? Да. Доля молдавана. Так это уже... Это уже какая-то еврейка, блядь, доля молдавана. Короче. Все. О, гнездо звонит. Луис. А, не. Где ты? Не. Прости, я облажался. Спаси меня, мой сказочный принц. Ага, я тебе устрою сказку. Бегом, я в бальном зале за двором. Не опоздай на танец. Вот он, бля, ебало отбой. Вот же мудак. Стопроцентовый. Где? Мы же его не бросим. Да нахрен он нам нужен, бля? Что он нам будет, блядь? Кусты стричь возле дома или что? Нахер он нам всрался, блядь, этот нелегал. Что-то быкануло, типа. Ну. Так, а куда идти-то? Не, ну тут все понятно, Слайк, да? Да. Вот тут ассасины обитают, понял? Вот-вот. Кстати, в натуре. Тупо ассасин крит. Ну идем, тут двери как-то более заманчиво. Вот это звук. Открывай! Вот так вот. Начинается, бля, опять. Да. Да, нахер я тебя нашел? Ну всю дорогу умирает, это капец. Ага. Она убегал, я умирал, да? Я умирал, она убегал. Ого, бля, тут вороны. Местные вороны чем? Тиграми питаются, как ты думаешь? Не, вот теми великанами, орками. Теми. Да, да, да. Явно эта золотая лестница на что-то намекает. Да я знаю, я просто смотрю, может тут лут какой-то лежит. О, видишь? Вдруг мы Кипасыча сейчас встретим. Случайно. О, блядь, тут гадюха. Ах, сука! Ах ты пизда, сука. Давай, вот. Прошлый раз уже. Манелла. Прошлый раз, да, я башку прострелил или мне приснилось? Да простреливал. Тихо, Бобик. Все нормально-то. Есть косточка. Куда побежал? Палка точно есть, не знаю, косточка есть или нет. Он такой сейчас поворачивается, хозяин палку кинешь, подруги. Блять, они что, в обег пошли? В обег, блин. О! В обед. Все, Бобик сдох. Он не один. Да я видел, что он не один, куда он побежал? Где-то ёбаная су... А, вон он. Блядь!
броню потрепали. Бля, закапать мог его, да, вот чисто под холку, и он бы нормальной собакой был. Думаешь, какая холка, блядь, куда закапал? Да я знаю, что такое холка. Пуц, что ли, или что? Да это ты холка, Ваня. А ты... Так, шкурка. Все, бля. Ты шкурка. Шкурка, которую продают возле синагоги? Нет, дырявая, которая. Так это так и есть. Не знаю, я не знаю, что там продают. Синагогу. А? Я думал сама. Слушай, у меня уже столько всего слайк. Столько всего. Так, стрелы нах. Что у нас еще есть? Лайк. Жалуюсь. У тебя есть очень много оружия. Блять, нахер эти гадюки. А шо то вот сверху над ножом? Где? Вот. Над патронами красными. Это? Да. Прицел. А чё он отдельно? Ну, он как считается отдельно, но... Дичь. Да. За нелогичность. Бля, где они там ломятся? Где-то сзади. Блядь! Перезаряжаться вот прям вовремя я решил. Сколько вас вообще? Эшли! Давай, Новый год. Она сама встает. Вроде бы цела. Да я просто потрогать ее хотел. Что ты, блядь, не даешь Леону, блин, ну, построить личную жизнь. Свой. А ты завидуешь. Скоро они обратятся обои и будет личная жизнь в норме. Опа, видал, как с кустов не надо выпрыгивать? Происходит. Да это, походу, обратившаяся тварь. О! О! Шахматы, Слай. Шахматная доска. Пушка. Ой, блядь! Увернулся в этот момент? Да, именно. Ну реально, я прям такой влево, знаешь, дернулся. Ну я ж про это и спрашиваю. Потому что я тоже. Псец. Если бы ты не сказал, что ты увернулся, я бы не признался бы. А, тебе было бы стыдно? Не, я просто не признался бы. Что тут вообще происходит? А, это типа заныкаться может? Не. Блять, это вначале надо было тоже туда пойти, чтобы сдернуть флаг. Блять. О, смотри, флаг опустился. Да я вижу, блять, не пиздец. А, тут засал есть. Я так понял, дворняги будут выскакивать. Я что, попал? Ты видел? Не, он скажет, что это не его мастерские. А им надо говорить, я сам знаю. Так, еще один. Сейчас сделаем ветер, не переживай. Так, надо как-то туда теперь попасть. Не скрипи, не скрипи ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Ебаный этот лабиринт. Эшли! Не, молодец, Бобик, не меня хоть упустил. Готов. Красавчик. Молодец, будешь Цела? Щитом моим. Да, в норме. Вот, кстати, может, потрошу можно сделать.
Шоколадку Херша смогу только сделать. Эшли! Да, хавай ее, брат. Хавай, брат, хавай. А куда он делся? Ну, он, бля, в кусты забежал. Спасибо. Вот псина. Псина, скотина. Ой, так. Все пока нормально идет. Ага. Только надо приказать просто. Мне кажется, ее уже завалили. Да нет, вот она. Бля, ну она была близка к смерти. Да, блядь, дай пекаль хотя бы. Что у тебя не ладится по этим? Да она, блядь, мешает, дура. Дай ей приказать ей. Назад! Помоги мне! Сейчас! Все, так и держи. Знаешь, как батя фонарик тебе дает и говорит, держи, да, свети. Да, да, да. Да что ты светишь, нормально, да. Подержи. Ты что, дурак, блядь, или? Уйди со света, же ты встал, я ничего не вижу. А как можно держать фонарик и быть против света? Не знаю. Светить себе въебало. Что ты мне в лицо светишь? Можешь светить туда, куда надо? А куда надо? Блядь, сюда, ты что, тупой? Дай мне крестовую отвертку. Да вот эту синей ручкой дай, задолбал. Выучить уже пора. Что там по поводу флешбеков? Не, у меня, кстати, за отвертку это я так сказал. Такого не было. А по свету было постоянно такая движуха. Уйди со света там, или типа, да сюда свети, куда ты светишь, блин. Молдаван. Да куда ты побежал, Вась? Да, молиться. Но мне кажется, ее уже кто-то тырит. О, ничего себе! Первый раз, да? Ну, так спрогибай его. Леон! Леон! Слышь, ты чё не пере... Я чё, в неё попал? Да. Не, это глюкануло. Ты в неё попал прям в пердачину ей. Я тебе отвечаю. Просто насквозь пролетело. Если Эшли обездвижена, получив урон от вражеской атаки, Эшли будет обездвижена. Спасибо. Эшли. Эшли погибнет. Бля, ты по булку тёлки прострелил. Ты именно Леон Киллер, я тебе отвечаю. Тупо додик. А как ее звали, это там? Кого? Ну, он был Леоном Киллером, а эту мандавошку там... Натали Портман. Да, действительно. В фильме ее звали Натали Портман. Портман. Портмане. Да иди нафиг ты, блядь. Откуда он выпрыгнул только что? С земли, что ли? Кустов, о, блядь. Да вы пока там... Ой, блядь. Да иду я, блядь. Чё ты... Сука! Пусти её. О! Леон! Держись, я разберусь. Ты вот, блин, Волан-де-Морт пришёл. Так вот бы Гарри Поттер просто в фильме сделал. Да, мамаша такой. На ей разочек. Вертухи в нем. А где она? Где-то залезла, походу, вовнутрь. А, я так что думал, что я ее опять устроил. Ну, я думаю, ты, наверное, проиграл бы, если бы убил. Да ладно, все-таки думать. Ну, это не точно. Все, можешь бросить, твари. Где там, блин, Доги Стайл? Где там? Хулики доза! Уф! Уф, уф! Ого! Да, такое удивление, знаешь. Еще? Да, насыпим, пожалуйста. Свари барону, кажешь, пожалуйста. Ой, блядь! А я нормально. Успел в него высветить? Ну, одновременно.
Ты что там стояла, дура, блин? Ну, что ты втыкаешь, блядь, вечно? Пока мне тут халабуду ломают, ты чисто, блядь, тут прохлаждаешься, мне кажется. О, за халабуду и двор, вот это стреляю в упор, блин. Леон! Нам вообще чё? Туда надо идти, а здесь что? А, здесь торгашу можно заскочить, а у нас шо вообще? Переборщил. По бабкам. 25 кусков. Просто, блядь, переживаю. 17 мандавошек. Ведро воды и хуй туда, я хапку дров и плов готов. Понял? Да. А что ты понял? Ну, неважно. Что земля имеет форму чемодана, только без ручки? Сезам, он чисто врывается, понял? Вечно так. Я врываюсь в эту дверь. Тупо Арагорн, понял? Заходит. Мне. О, видишь? Дверь хоть не верь. Братан, я вижу, у тебя в кабинете в любом месте есть, да? Блять, опять эти синие медальоны. Мы хоть один выполним хоть когда-то. О, теперь я смогу сделать еще более крутые улучшения для твоих пушек, чтобы они пели песен громче прежнего. У меня отличный нос, дружище. Надо же читать, наверное, сначала, да, Савик, а не с конца. Ну да. Ну, это... Обычно там тавтология происходит. Ну это так. Я обновил ассортимент. Вот так вот. Здорово, Олег. Как бы да, алло. Здрасте. Спасибо. О, а ты что ты Савик не говоришь? А? Ша-ша-ша. А где там, блядь? Где там склад? О! Что ты не говоришь, что у нас тут люстра? У нас люстра там, Никит. А что у нас еще? А. А, получается, просто надо два одинаковых цвета, да? Ну, типа разная форма, но два одинаковых цвета. Ходи в любое время. Привет. Здорово. Я тут. Есть за 37 кусочков движения. О, я щедро заплачу тебе за это. За что? На что мы уже А, смотри! Что ты ему предлагаешь, там что-то, конечно. Улучшилось это. Еще добавились, видишь, эти? Боезапас, блять, перезарядка вот это. Ну я тебе скажу, раз добавилось, значит это на что-то намекает. Держи. Все как ты хотел. Без нужной Ого, суммы бля. Договориться не получится. Держи, а попробуй. Такой специалист, как ты. А ну Сай, скажи много раз. Что? Да пошел ты надо, пошел ты. Друг, мы начинаем пошел ты надо. Че на, урод на, скажи. Скорострельный сна. Сука, бля, мощный. Это что, типа купить можно? Что-что? Да я у тебя... Забыть все это? Лучше не спрашивай. Ну да, походу, ты можешь это все... А у меня всего две штуки. Что купон? Чужие блуди тебя ласкают. Хороший выбор. Что я сделал? Вот это чужак. Ладно. Хули. Что ты выбрал? Что, я думаю, мы тут и закончим на этом всем. Да, на этом наши полномочия все. Я думаю, так это, наверное... подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите наши новые видео, которые каждый день выходят в 8 часов утра. Жмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Помолимся Богу. Всем пока. Всем пока.